Всем привет! Вот у меня захандрил компьютер у жены. И, как я понял, перестал работать кулер. Здесь я вот бумажку уже оторвал, сам кулер вытащил. Он здесь вот на таких вот защелках, вот с четырех сторон. Отверточкой я так немножко их подвинул, потихонечку раз, вытащил. Отсоединил разъем. Видите, сбоку включается. И что еще я сделал? Снял эту вот наклейку. Ну, думал, сейчас наклейку сниму, отверстие здесь будет, или там резиновая пробочка, раз его и смажу. Ну, не тут-то было. Пробки нет, отверстия нет, ни здесь, ни здесь. Ну, то есть, пластмасса. Что я сейчас буду делать? А буду я сейчас сверлить отверстие вот здесь вот по центру, постараюсь просверлить отверстие. Для того, чтобы туда занести смазку. Взял я сверло. Естественно, перед тем, как все это делать, посмотрел в интернете. Взял сверло на 2 мм. Думаю, этого будет достаточно. Взял вот такой. Это у меня типа вороток для метчиков, чтобы резьбу нарезать. Он немножко великоват был. На сверло намотал изоленту. Ну и теперь вот здесь вот сейчас буду сверлить отверстие для того, чтобы занести смазку вовнутрь подшипника. Это кулер необслуживаемый, китайский необслуживаемый, поэтому ну вот так вот. Побоялся на станке я сверлить, потому что думаю, обороты большие, давану чуть-чуть и сломаю. А так хотя бы рукой почувствую, когда он упрется. Просверлил и отверстие по центру, и он куда-то уперся. И попробовал я дунуть туда, ничего не идет, но думаю, не пройдет смазка. Взял рядом еще одну просверлил, вот рядом вроде бы пошла. То есть воздух пошел. Сейчас попробую туда закачать масло. Набрал я масло в шприц. Масло это компрессорное. Ну, как специалист мне один по маслам рассказал, что компрессорное масло, оно гуще, в нем больше парафина. Вот попробуем закачать. Видите, вроде отверстие заполнилось. Прокрутим. Вот с соседнего отверстия пошло. То есть куда-то оно... О, намного легче сразу стало прокручиваться. Сейчас еще лопасти надо почистить. Надо было, конечно, их почистить перед тем, как смазывать. Ну что сделаешь? О, пошла жара, как говорится. Намного легче стали крутиться, а то прям не мог провернуть. Вот так вот дергало, они там чуть-чуть тык-тык-тык. Наклеиваем такую заклейку, как правильно, заплатку, фиг поймешь, как она называется, что-то не очень клеится. Вот это плохо, потому что оттуда побежит масло. Вентилятор будет вертикально стоять. Он, видите, оторвал заклейку, и тут уже все в масле. И это теперь чистить. И растворителем, вернее, и клеить, скорее всего, скотч. Вот так вот у меня получилось, скотчем заклеил. Теперь ставим кулер на место, тут вот направляющие и защелки. Да, жесткие направляющие. Вернее, защелки жесткие. Тик, посадили одну сторону. Вторая сторона. Одна защелка села, другая не очень.
Так, все, сила. Теперь подключаем его. Ну и все, идем подключать на его рабочее место. Заработал вот наш вентилятор. Компьютер перестал отключаться, потому что когда он не работал, процессор перегревался и компьютер отключался. Вот, и моя супруга не могла работать. Ну и все, вот так вот я смазал вентилятор, не знаю, надолго или нет, ну пока работает. Всем пока.